Вот такие кубики. Вот так. Тут ящички. Ну, что все стандартно. Да, не все под одиночку. Что? Да, хамой попробуем. Ну, вот туда. Понятно. Ну что? Вот мы в латвийской Ильке. Взял, короче, я попробовать хот-дог. Потому что я часто у нас в Манчестере, в Англии, ем хот-дог, тоже 50 центов стоит, но тут есть даже два выбора, ну три выбора сосисок, у нас два, нет, тоже три, одна большая громадная, вторая просто сосиска и вегетарианская, тут вегетарианская, и одна пена десене и кабанос, одна кабанская, другая молочная сосиска. Ну, по вкусу они отличаются, не скажу, чтобы очень много, но замечу, что они как бы, мне кажется, ну не более натуральные, но лучше по вкусу, чем те сосиски, которые продаются в Англии. Не знаю, с чем это связано, все равно все это химия, все это добавки, но вкуснее вот-вот. Латвийский пока что. Не знаю, может, если я буду где-то там. Мы были в Испании. Нам надо там тоже попробовать. Может, будет цикл пробования сосисок Икея. Ну, вот так вот хотел делиться. Так. Раньше Икея не было тут в Латвии. Но, если честно, ее и не нужно. Потому что, например, в Англии, чтобы купить изделие из дерева, это очень в три раза дороже, чем в Икее. В Икее почему так дешевле, потому что ты собираешь сам, то есть тебе не надо платить человеку за чтобы он поставил шкаф и все такое. Но в Икее это все ДПС, это все, ну то есть я работал на столярке, я знаю, как что из дерева. Настоящее дерево, да, дорого стоит, но в Англии в три раза дороже. Поэтому там все из пластика и металла, пластмассовый. Писал, говорил, да? Ну, вот такие хот-доги. Вкусные, буду кушать. А, еще, горчица и кетчуп, там они острее, тут она мягче. Хорошо ли это, плохо, но вкусно. Главное, что вкусно. Ну, а так, конечно, не рекомендую все время питаться сосисками, да. Это больше отпуск. Не отпуск, а больше как бы с детства я в детстве сосиски кушал. Знаю, что там никаких ценностей, там как таковых мяса вообще нету. Ну, иногда хочется, почему нет. Если надо там чего-то, то надо покупать мясо, куриное филе и так далее. Что у нас в рационе всегда есть. Вот так вот решил поделиться. Ну что хотел сказать? А, вот у нас тут мороз был, сейчас минус 6. Всегда когда мелкий был, маленький, всегда любил хруст. Хруст, да. Если вы тоже любили, ставьте лайки, комментируйте. Насчет упаковки. Тут это пластмассовая упаковка. В Англии вообще без упаковки. То есть дают тебе вот эту булку с сосиской и дают салфетку одну. Ну там салфетка еще есть.
Ну, как-то это... Ну, я понимаю, что в Латвии, может, это гигиеничнее, что-то то родина. То, что все немножко грязнится чаще и больше. Не знаю почему. Климат другой, поэтому. Ну, хотел тоже поделиться насчет этого. Ну, как-то так. Будем сейчас хот-доги пробовать и сравнивать. Ну вот. Вот этот фото. Сейчас мы попробуем хот-доги. Один большой, другой маленький. Не упал. Конечно. Вот тут две версии, короче, делюкс идет с таким маринованным огурцом и с луком и громадная сосиска. Это маленькая. Попробуем и скажу тогда, как они нас. Ну да, у нас тут дождь. Ну вот. В общем, вот этот громадный. Он стоит фунт. Сейчас попробуем. Ну. Ну, что могу сказать про него? Ну, сосиска большая в сравнении вот с... Откроем. В сравнении с этой сосиской. Вот, сравните. А в этой чувствуется, вот в этой сосиске побольше мяса, но еще то попробую, то расскажу. Ну, пробовал я много раз. Ну, такой вот. Ну, теперь это простая сосиска, которая 50 пишек стоит. То же самое, что и 50 центов в Латвии. Попробую. Горчица тут как бы немножко острее они используют. Ну а так все одинаково. Ну что я могу сказать, что вот эта маленькая сосиска, она более так чувствуется. Вряд ли там мясо есть, но чувствуется более, что там нету мяса, то есть как бы более процессная еда. Да, вот громадная сосиска, она как бы больше чувствуется, что там что-то есть. А в Латвии, не знаю, чего это, может, они добавляют, ну, Швеция ближе к Латвии, это раз, может, они добавляют, вообще не добавляют, добавляют, ну, какие-то красители, ишки, усилители вкуса, но там вкуснее, и кажется, что сосиска более натуральная, что сейчас натуральная. Но это маленький, который в Манчестере. Вот это вот 50 пи, она такая с туалетной бумагой, как говорится. Но громадная она более такая, вкуснее, более солиднее. Вот это вот такой мини-обзорчик на
IKEA в Манчестере и IKEA в Латвии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, будет интересно.